Строительная компания «Прораб» предлагает новый формат полов. Наливной 3D-пол. Эксклюзивно, инновационно, современно, стильно, эстетично, оригинально. Наш телефон 274-56-56. Дизайнеры ежедневно изобретают какие-то необычные варианты оформления различных помещений. В гонке за инновациями они заимствовали технологию трехмерных рисунков у уличных художников, изображающих 3D-картины на обыкновенном асфальте. Часто 3D-полы можно увидеть в ресторанах, ночных клубах, кафе и гостиницах. Теперь то же самое можно сделать и в своей квартире. Это совершенно новое поколение полов, которые, как видите, идут. И цветовая гамма совершенно разная. И может быть как эффект присутствия, как вот видите, там рыбки, вот это вот все. То есть картинка может быть абсолютно любой по вашему, как говорится, желанию, вашей фантазии. Мало того, что мы можем использовать, как вот видите, как фотографические такие вещи, также еще может использоваться индивидуально для вас вообще разработанный рисунок, который нарисует там художник-дизайнер. Это все. Также это новое как бы вот покрытие, такое идет, как и промышленные полы, то есть, которые используются на производстве, все, потому что это очень прочный состав здесь. 3D-пол долговечный, не подвержен резким перепадам температур или истиранию. Его делают из экологически чистых материалов, которые не причиняют вреда ни человеку, ни окружающей среде. Высокую прочность такого типа полов можно добиться с помощью специального покрытия. Тут идет как бы трехслойный пирог. Соответственно, основа, на которую накладывается картинка, и сам заключительный слой, вот этот вот, так называемая бокситная смола, которая, в общем-то, и дает вот этот эффект. Мало того, что это очень прочный, это очень износостойкий слой, который не подвержен химическому воздействию. То есть даже если мы прольем на него кислоту, следов не останется. Если мы поставим что-то очень горячее, следов не останется. Понимаете, что если задастся целью, то мы, конечно, и скол, и царапины здесь сделаем. Но опять-таки, чем они хороши, они полностью реставрируются. То есть это наносится, еще раз прокатывается тонким слоем, и следов не остается, как будто только что сделанной полой. Если, например, сравнивать с плиткой, с керамической, то, несмотря даже на то, что износостойкость выше, чем на плитке, такие же плюсы, здесь нет ни одного шва. Они антистатичные. Соответственно, мало притягивают к себе пыль. Плюс ко всему, если мы это используем, например, в бассейнах, сами понимаете, в бассейне это очень эффектно будет смотреться, или там в ванных комнатах, то это плесень, она не заводится. 3D-полы можно устанавливать в любом помещении квартиры. На кухне, в ванной комнате, в спальной. Они всегда будут очень красиво и эффектно смотреться. Они дают возможность погрузиться в мир комфорта, грез и уюта. Побывать на пляже или у водопада, сидя в собственном кресле. Главное выбрать хороший и красивый рисунок. Я бы, конечно, вот как рекомендовала бы в первую очередь, это кухни, это ванные комнаты, это бассейны. Но есть и заказчики, которые делают это в залах, в детских, кстати, очень хорошо в детских. Но вы понимаете, рисунок ведь может быть абсолютно разный. Даже имитация мозаики той же самой, имитация состаренного пола того же самого, имитация дерева полностью, причем будет чисто вот визуально казаться, что это действительно дерево. Трава, вот очень хорошо идет, вот как будто эта трава у вас под ногами находится. Детские, но это, понятно, очень красивые картинки, такие веселые, сказочные. У них только один минус этих полов. Вы понимаете, время проходит, вам, наверное, рисунок этот уже надоедает, а с ними ничего не делается. Поэтому над выбором рисунка стоит серьезно задуматься, ведь если он вам очень наскучит, придется менять такие полы полностью. Конечно, процесс их изготовления нельзя назвать легким и дешевым. Для создания качественного и действительно хорошего напольного покрытия мастерам приходится изрядно потрудиться, но результат будет ошеломляющим. Проект занимает на самом деле не очень много времени. 7 дней, где-то вот так, неделя. Единственное, что мы, конечно, просим, когда мы приступаем уже к этому, чтобы в помещении мы закрываем, мы его герметизируем как бы сами, специально, чтобы там ни пыли, ничего на них не упало, когда вот этот слой застывает. То есть вот 2-3 дня уходят вот на застывание вот этого слоя, и заходить в помещение в этот момент нельзя. То есть, понятно. Для того, чтобы вот у вас была вот эта идеально ровная поверхность, идеально ровная. Но
опять-таки, мы же смотрим, да, вам, наверное, сейчас может показаться, что они, может быть, скользкие. Нет. Даже, видите, я рукой провожу, у меня палец не скользит абсолютно. Но если вас это смущает, то вот есть такое покрытие, если мы его потрогаем, оно вообще шершавое. То есть это тоже вот возможно. Цветовая гамма тоже может быть абсолютно разной. На свой вкус можно подобрать любые цвета или рисунки. Если вы желаете сохранить свою индивидуальность, то можете подготовить рисунок самостоятельно, и уже грамотные специалисты помогут осуществить ваши задумки. Строительная компания «Прораб» предлагает новый формат полов. Наливной 3D-пол. Эксклюзивно, инновационно, современно, стильно, эстетично, оригинально. Наш телефон 274-56-56.